Первые пассажирские поезда пошли сегодня по новой ветке на юге России, построены в обход Украины. Участок Журавка-Миллерово позволит быстро и без проблем доехать из Москвы и Петербурга в Сочи, Кисловодск, Анапу и Новороссийск. От маршрутов, проходящих по территории соседнего государства, откажутся. В последние годы задержки и внеплановые стоянки на украинской границе стали постоянными. Новая 130-километровая линия проходит только по России, в Воронежской и Ростовской областях. Чуть раньше там было запущено грузовое движение. К лету, как ожидается, нагрузка составит 190 поездов в сутки.